назвать экзотически. Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире поп-музыки. Только зовут ее просто Костя. Мой друг на ней зациклен фактически. Весь день звонит и ждет сообщения. Все это не смертельно, но все-таки. Если увидите, передайте. Если увидите, передайте. Катя, возьми телефон. Это он, это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. Потому что так бывает, если в первый раз. Катя, возьми телефон. Это он, это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. Потому что с ним не искать. Спускалась плавно и медленно. Как могут только авиалайнеры. По лестнице реально по времени. Если реально по хэппи-энда. Она была немного растеряна. Как будто бы вокруг и на камеры. Глаза читалось черным по белому. Катя, возьми телефон. Это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. Бывает, если первый раз. Катя, возьми телефон. Это он звонит. Катя, возьми телефон. Это он. Yeah.